Всем здравствуйте, ребят. Всем доброго времени суток. Вы на канале Кракен ТВ. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, нажимать колокольчики. Любая активность на канале. Плюс 100-500 карму. Итак, рубрика казино. Давайте проверим удачу. В этот раз депозит у нас трешник. Это прям вообще для меня это колоссальные бабки. Обычно проиграем 1000, не больше. А тут так получилось. Кстати, трешник это поднятый с 1000 рублей. Вот. Решил вам показать, как это все выглядит, как это все получается, или, скорее всего, не получается. Вынужден вас огорчить. Делая депозит в казино, вы почти со 100% вероятностью его потеряете, этот депозит. Поэтому внимательно, ребят, без фанатизма. Будем играть в два слота. Я обычно играю по 10, по 20 рублей сегодня. Ну, не знаю. Ставочку немножко поднимем. Сразу хочу сказать, что если вот эта цифра дойдет до пятерки, это однозначный вывод. Потому что пятак для меня это уже прям деньги. Играть будем в два слота. Смотрите до конца, узнаете в какие. Итак, первый слот. Показываю, вот он. Понеслась. Он может стрельбануть, а может не стрельбануть. Хрен его знает. Как говорится, будем посмотреть. Один к одному ставим. Один к одному по 25 рублей. Я обычно играю по десяточке. А как музыку включить? Понеслась. Пол баланса здесь, пол баланса в другом слоте. Ну, очень хотелось бы увидеть бонуску по такой непоганой ставке. Ну, ключевое слово хотелось бы. Пока слабо. Может, он держит для нас что-то такое, стрельбануться такое, знаешь, что-нибудь. рублей, такое себе. Линия королей 150 рублей, такая вот незамысловатая рифма. Не доехал вильдик. Верю в слот, очень верю. Ну давай, не хочет. Ну не хочет, даже не байтит, сука. На бонуску даже не байтит. До полторашки здесь, потом пойдем в другой слот. Три девочки, хорошо. Ну слабо. Ну хотя бы два бы забайтил. О, линия мужиков, 600 рублей. Так-то. Столько всего сыграло и 80 всего. Ну что-то разгуливается, по-моему, нет? Ну, главное не спугнуть. Ну, опусти вот хотя бы. Ну, ладно. Ну, пожалуйста. Самое угарное, что ничего с этого великолепия. Три вилда, два скатера и ничего не сыграло. Прикольно. На то и казино. На то собственное казино. Напоминаю еще раз, ребят. Делая депозит в казино, вы почти гарантированно потеряете деньги. Поэтому 150 раз задумайтесь об этом. Тишина.
Тишина. Балтишка. Тоже деньги. Да не. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Кто бы сомневался. Очень хотелось бы увидеть бонуску в этом слоте. Ну, пожалуйста. Ну давай, ну это правило первых двух барабанов. Хрена лысого, смотри. Хрена лысого. Ну естественно. Кто бы сомневался. Или уже допинать его до бонуски. Попробовать, по крайней мере, на тот скромный баланс, который имеем. Вот эти чуваки дорогие. Бля, по два ставит. Что делает, а? Издевается. Вот эти чуваки дорогие. Вот. Он прикалывается, издевается. Варианта два. Он прикалывается или издевается? Но опять же. Хрен его знает, что у него на уме. Ну давай. Жадина, говядина. Ну пожалуйста. Девушка, можно с вами познакомиться? Я не девушка, ну пожалуйста. Ну на первые два барабана можно их? Сука издевается. Шапки сыграли. Ну, допустим. Ну, не хочет. Да не. Конечно же нет. Конечно же нет. С камер, сука. Ну. Ну уже, короче, я так подумал, давайте, короче, здесь останемся, подождем бонуски, ну если дождемся. Ключевое слово «если». Ну, по-моему, по линиям он шумок все высрал. Ну да, и перестал скатеры ставить. Давай уже, короче, пинаем его до конца.
Что будет, то будет. Хрен с ним. Уже пинаем до конца. Ну, ну конечно же, нет. Кто бы сомневался. Вообще, казино дело неблагодарное, поэтому не рекомендую за последние заходить. Бы бонуску посмотреть устроило бы. Катера. Ну просто ни одного. Есть легенда, что он копит. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, самое время. Правило первых двух барабанов. Хрен тебе, не бонус. Да вот бы пацана сюда. Хотели... Хотел этот самый... Видео по казино, а получается видео, как просрать трешку. Ну хрен его знает вообще, вот смотри, лянь. Пытается реабилитироваться, но по-прежнему не ставит, по-прежнему не ставит скатера. Давай, сука. Ну приколи людей бонусом, пожалуйста, хрен с ним пустым, приколи. Ну, хрена лысого, хрена лысого. Нюхай слюни на писюни, you know. Ну. Ну, хоть что-нибудь. Конечно же, хрена лысого. Конечно же, кто бы сомневался. Уже бы поставил. Мы бы посмотрели и успокоились. Но нет. Что там урыжит?
Что там урыжит? Вообще несерьезно. Максимально несерьезно. Ну опусти вилдов, ну что-нибудь как-то. Вроде и ставит, а вроде и так не в попад. Ну это скам. Ну. Ну. Ни хрена. Опять два. Ну. Ну вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Сука. Ну уже, уже остаемся. Ну, да блин. Ну, все походу. Делов не будет, Карл. Делов не будет. Если мы этот депозит поднимем хотя бы до пятерки на вывод, ага. Нюхай слюни на писюня. Жаль. Очень жаль, что получился такой выпуск. Больше всего жалко свою кровную трешку. Вот это больше всего жалко. Не предвидишь никак, понимаешь? Ни хрена ты не сделаешь. Ни хрена, ты видишь, сожрал. Что-то не, ну что-то пытался поставить, конечно, но. Ни хрена. Да, ты чё? Не заебал. Ну. Баланс 3/6 был. Ну, эту девочку выше подними, ну что ты в самом деле? Хам трамвайный. Сотка, линия вольтов.
и все. Но нет. По линиям, конечно, выплаты так себе, но... В бонуске может быть гораздо веселее. Ну, ключевое слово может быть, понимаешь? Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, кто занастил здесь сильно по вот такой ставке. Это минималка. Ну все, выдохся. Выдохся. По два даже ставить перестал. Нюхай слюни на писюни, это называется. Ну давай. Ну пожалуйста. Последний шанс. Ну а что? Ребят, я предупреждал, делая депозит казино, вы почти что 100% потеряете деньги. На это и расчет, ребят. Антиреклама казино. Всем спасибо, кто смотрел. Хлеба мира вашему дому. Не играйте в казино.